Владимиров Кирилл, победитель первого кубкового турнира в рамках Poker Stars Festival No Limit Hold'em Knockout по 22 тысячи. Все правильно. Как у вас складывался финальный стол и вообще в целом турнир, и как вы пришли к дележке вчерашней? Ну, турнир складывался не шибко здорово, я все время выживал. Немножко переехал двух человек на бабли на финалку. Там снова выживал. Дожил самым коротким до топ-5. И пацаны согласились поделить, чем я был очень рад. Оставаясь, по-моему, с 5 блайндами. А как потом смог раскрутиться и выиграть кубок? Ну, потом уже игра пошла, так сказать, больше по фану. Мы оставили, ну, баунти, кубок и еще 1000 вот местных УЕ. Все устали, никто особо не хотел бороться за это, и поэтому там так. Игра больше шла уже по фану, и поэтому немножко карта зашла, и победа. Такое ощущение, что твой слева, потому что это мегастек, это мейн-эвент, это хоролеры, вот, видимо... Видимо, да. Ну, очень, да, симпатично, вообще тяжелый, из металла сделан. Я прошу прощения, потому что вначале объявил победителя Мышкина Никиту, прислали не те результаты, но я думаю, там уже не так сильно была важна, так как разница в деньгах там уже была небольшая, вы поделили, и в топ-5 я ушел, и, собственно, какие прислали, такие прислали, так что прошу вас за это прощение. Как вам серия в Сочи, как вам Poker Stars Festival? Ну, кстати, тем более, если так разобраться, у Мышкина, наверное, даже призовые больше, чем у меня. Так что, в принципе, не сильно покривили душой. А на Сочи я приехал первый раз, серия нормальная, претензий особых нет. Там, ну, был небольшой косячок первый день, все жаловались, что было ужасно холодно. Я думаю, дошли до вас слухи, во второй день исправились, так что отличная серия, претензий нет. Что еще собираетесь играть, и отобрались ли в мейн через онлайн-сателлит на PokerStars? Нет, я сателлиты не играю, но играть собираюсь все. Ну, может быть, за исключением хайроллера, посмотрю, сколько народу соберется. Если соберется человек 100, ну или хотя бы 50, наверное, буду все играть. А из какого города? Ну, формально я из Саратова, сейчас проживаю в Москве. Спасибо и удачи в дальнейшем.